Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество быть инагентом за США и делать Америку великой снова. Если вы случайно пропустили начало, ну или специально пропустили, то все-таки лучше начать смотреть с первой серии. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. Не сюда, Катя, тоже можно канализацию. Жилья маловато. Ага, моя геройская каравелла погибла. Она три линкора уничтожила. Это просто какие-то моряки-герои там сидели. Лунная экспедиция, солнечные электростанции. Эти солнечные электростанции вот здесь можно понаставить. Пустыни с Петрой. Так, вот этот линкор у нас умирает. Этот броненосец. Блин, не умирает. Черт. Ладно, тогда апнемся. Лян возвращаем в Балтимор. Ну, наверное, возьму. Слушайте, какие там чудеса вообще остались? Христос, искупитель мне нафиг не нужен. Слушайте, а мавзолей никто не построил. А чё я, ну, вообще я его, по-моему, и нигде не могу построить. Вот здесь могу. Кстати. Блин, 14 ходов. А давайте, блин. Ну, я возьму все равно этого чувака и, наверное, все-таки построю геликарнас реально в Баффало. Следующий у нас Королёв. Хочу лечиться после атаки. Для бомбардировщика взять потом. Ой, кирасир. Или я давайте тут лесопилку. Даже наука с культурой не ушли. Так. Как насчет мир заключить? Ага, нет, этот. У этого проблемы с головой. У этой тоже. Так, все официально, все конченые, понятно. Все потеряли юниты свои, вот это вот, но только за 140 золота вход. Понимаю. Нет, я не понимаю, конечно. Блин, мне бы хоть где-то вылечиться. Тут почему-то ни один морской ресурс не обработан у Англии. Тут же нету рыбацких лодок, нету. Лечиться не обо что. Так, а Япония, кстати, не хочет на Ацтека? Не, все еще какие-то дебильные запросы.
биржа в Чарльстоне, водяная мельница, канализация, Макпорт, ничего из этого не хочу. Ну, давайте опять следовательский грант. А, смотрите, театралочку. Я бы театралочку построил. Правда, они все на плюс один. А вот здесь должна на плюс 2 быть. А что мне игра не подсказывает? Хорошо, подожди, на плюс 3 вообще даже. Хорошо, я в курсе, что развлекательный центр дает. Так, мазутную электростанцию я строю. 4 хода. Буровую вышку я не могу построить, поэтому можно вот эту фигню открывать. Ой, 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 чуть рыбу не собрал. А что, тут уже рыбацкие лодки есть? Блин. Что-то потерял иконку, где строить. И хорошо, что тут больше варвары не появляются. У немцев какие-то проблемы, очевидно. Каравелла, подводная лодка. Как каравелла может подводную... Знаете, лодка, этот перископ поднялся, и каравелла просто днищем перископ задела. О, а что там, я по туризму неплохо иду? Да нет, там Китай. Не, ну туризмом тут без шансов. Туризмом тут без шансов, конечно. На, мы тебя отомстили за нашу каравеллу. Не знаю, просто пообстреливаю, чтобы опыт получить. Интересное. Почему он так предлагает? Не, пожалуй, я не соглашусь с компьютером, а вот так перемещусь. А, хочет атаковать рыцарей, хай атакует. Не будем мешать. Активный. Слушайте, опять не показывает. Активный. Опять дым не показывает. Ну чё, давайте гелик. Красота. Ну, не такой крутой, как мог бы быть, конечно. Я просто... Я думаю, что в Лос-Анджелесе где-нибудь покруче можно было бы поставить. Но... Поставили, где смогли. Ладно, вернемся пока в наши пенаты. Будем нам главное вот эти вот проливы вот эти держать. Так, а Аютхай со мной не воюет? Тут у нас чувачок хищение средств. Вероятность побега. Давайте вероятность побега поднимем. Самый крутой мой шпион. Союз с Саладином истек. Смотрим, не построил ли он космопорт. Нет, я думаю, можно продлить.
Кстати, опять на золотой век иду. Все пока путем. Саншан мне реально тут мешается. Может, все-таки его захватить и уничтожить? Да вы прикалываетесь. Ну, это какой-то... У меня сидит шпион тут постоянно. Нейтрализовать губернатора в Лос-Анджелесе. Дамбу мы сделали. Шпион корейской был. Ой, ему при попытке завербовать партизан в Вашингтоне. Да вы охренели. Но при этом Пингалу и Рейну меня выкинули. Хочу лапать пока кирасиров. Или апнуть в танк. Все как будто у меня пасутся, чтобы моих губернаторов выгнать. Все, вот это отремонтируем. Потом здесь ферму поставлю. Ну, давайте хищение технологий. Не думаю, что мне срыв ракетостроения прям так сильно понадобится. А вот технологии важно, чтобы быстрее добраться до последних этих очков дипломатических. Ну что, попробуем хищение технологий. Думаю, что мне прям деньги уже нужны. Королевское общество закончили. Кокию захватили. А круто я там разбомбил. Все-таки была тут дамба. Ну, промышленный, да, промышленный район минус. Священное место. О, кстати. А Виктория-то построила космопорт. Опаньки. Вашингтон Гамильтон разграбила. Германии реально нехрен делать. Писатель наконец-то. Right when he said
Так, как нам тут получше этот пролив контролировать? Это вот тут надо встать. В общем-то, здесь и здесь, и, в общем, ко мне уже и не пробраться, да? Так, ну продолжаю, наверное, исследовательские гранты и фестивали. По всемирной выставке я нормально так впереди. Блин, расщепление ядра может тогда отложить пока. Или мне надо, наверное. Мне надо. Мне нужно. Так, а что, как мы можем тут ускорить? Ну, космопорт я построю. Аэродром или взлетную полосу на другом континенте. Я могу военного инженера. Да, должен мочь. Канберри сколько стоит? 5. 5 ходов. Но это же другой континент от столицы, правильно? Да, отлично. Давайте, наверное, в Канберри куплю военного инженера. Построим здесь на другом континенте взлетную полосу. Ну, наверное, все-таки холодную войну надо сейчас открывать. Так, на другом континенте взлетную полосу. Это инженером можно построить. Космопорт мы построим. 2 солнечных электростанции, кстати. Кстати, я совсем забыл, я хотел солнечные электростанции в пустыне ставить. Давайте я куплю строителя. Это же и для электричества тоже неплохо. Баффало канализация, рост. Морской порт 1760. Ну, торговцы достроим. Внеочередная сессия. Надеюсь, это помощь кому-нибудь. Отлично. Аж 2 штуки. Только за. Я даже немножко туда побольше волью, чтобы... Точно прошло. Но по идее, по завершении этих помощи я должен победить. Прошло. А никто против не голосовал даже. Просьба о помощи 30 ходов. Отлично. Так, пластмассы открыл. Давайте улучшенную баллистику. 2 аэродрома. Так, ну вот тут взлетную полосу я, наверное, построю. Блин. Видимо, надо с моря захватывать. Тут хрен пройдешь. Я заранее не посмотрел это. Первая солнечная электростанция. Первое зеленое улучшение.
Театралочка в Чарльстоне. О, мазутную завершил. А, это за счет этого и ускорилась улучшенная баллистика. Окей. В робототехнику. Это никак не ускоряется. Два дрона. Уничтожьте... Ну, два дрона, если только мне. Можно сделать, кстати. Блин, 7 ходов. Чё-то долго, не хочу. Давайте канализацию, а то опять жилья не хватает. Ну и понеслась оказание помощи. Причем, по-моему, это будет, если кто спросит, на кого оно будет работать из двух, оно будет сразу на обоих работать. Союз не хочу. Не понимаю, они воюют с Англией кто-нибудь? Так, уровень на вашей территории. Может быть, поставить вот это? Уровень шпионов на вашей территории? Потому что мне надоело, что у меня убирают. С другой стороны, вместо чего? Мне тут нечего заменить. Да, вот построен космопорт. Это единственное, видите, тут даже подсвечено. Единственная цива, которая построила космопорт вообще. Блин, я вообще не ожидал именно от Англии такого. Почему-то. Ну да, Англия и с Китаем, и с Вьетнамом в войне. Договариваться она не хочет. Германия тоже. И Ацтек тоже. И австралиец почему-то не хочет. Так, ну все, я... Хобарт не буду захватывать. Кей сказал, чтобы не решили, что я тут уничтожил. Но этот отваливается, мне вообще не жалко. Я буду обстреливать Хобарт, чисто чтобы самолеты прокачивать. Так, а вот этого мы переставим сюда куда-нибудь. Чтобы за немцем следить. О, передать Вавилону. Зашибись. Вавилонский, оказывается, был. Конечно, передадим Вавилону. Слушайте, а на геотермалках мы еще не можем ставить? Нет, еще синтетические материалы надо открыть. Так, взлетная полоса. Ускорили тоталитаризм и быстрое развертывание. Так. Есть космопорт. Буквально тут у нас 4 хода. Там дальше. Надо аэропорт где-то построить. Ну и 2 солнечных электростанции я строю. Давайте тут аэродром вот сюда
Калинка-малинка, давно не слышали. Лян в Балтимор, вернулась. Так, буду стоять. Так, теперь мы точно контролируем. Никто не пройдет. Канада открыла спутники. Ну, в принципе, это недалеко. О, нефрит и янтарь. Что-то Корея слабовато в этот раз сыграла. Видимо, не повезло с местом. В Аравии фашизм. Ну да, что-то не очень тут. Ну вот и я в спутниках, то есть мы все как бы вот здесь. А по количеству тех, как у нас, я на первом месте, у меня больше всего. Ну и очень драгупты столько. Ну вообще не удивительно. 524, 514. О, Виктория уже проект делает. Блин, фига себе, я тут и электростанцию уже понастроил. Это все равно, смотрите, как у меня уголь в минус идет. Так, а что это тут за армия диггеров прибыла с дружественным визитом? Виктория ко мне присоединяется или... А, почему тут лояльность в плюсе? Кстати, первый раз вижу, чтобы вольный город ни к кому не присоединялся. Хм. Так, ну... Наверное, можно железную дорогу провести. Мне для этого уголь надо купить. Кстати, 248 угля у индуса. Давай штук 70. 78 золота вход. Мне кажется... Ладно, хорошо, если мы тебе алюминия дадим, штучек 30. Ну, это я соглашусь. Е, курили охрану природы. Морской порт завершили. Ну, наверное, можно театралку тоже поставить. Всего лишь плюс один, правда, будет.
Ну, здесь давайте на... Хотя в пустыне здесь можно... Не, не буду в пустыне. Я могу в пустыне солнечную эту поставить. Электростанцию. Я думаю, имеет смысл амбар, а потом киностудию. Сейчас посмотрим, будет ли Хобарт отваливать. Хотя, подожди, уже сейчас должно было быть написано, что он отваливается. Неужели не отваливается? Фига себе, плюс 7. Чем маленький город, 10 населения всего. Реально не отвалится. Может, в золотом веке? Нет, в нормальном. Ладно, это Австралия. Он мир не хочет заключить? Не хочет. Всемирная выставка, побеждаю я. Уничтожить все-таки в Австралию. Строители дали. Но я тут уже все обработал. Так, а лес могу еще. Не, надо вот этих крабов. С галикарнасом надо крабов. Канализация в Сан-Франциско. Не, оказание помощи давайте уже. Думаю, выставка скоро уже закончится, и мы победим. Рим меня осуждает. Что-то я ему всю игру ничего не делал. Ну, один раз ему войну объявил, и то чисто для ускорения. Я, наверное, пропущу флотоводца. Мне уже сейчас линкор не нужен. Кстати, успею я здесь плотину сделать. Художественный музей. Давайте. Так, а эпоха еще дофига длится. Триста, блин. Ладно, тут оно того стоит, мне кажется.
Миллион поселенцев Австралии собрались в Хобарте и решают, в каком месте они свернули не туда. Интересно все-таки понять логику компьютера, именно почему он делал поселенцев. Это же где-то прописано. Блин, Вашингтон. Там где-то по Канаде бегает... Во. Так, давайте-ка мы... Так, это я пропущу флотоводца. Там бывает и получше. Есть космопорт. Запуск спутника. Так, космопорт. Ускорено, ускорено. Два аэропорта. А, два аэропорта. Это не просто вот эти аэродромы. Это именно здание. Вот это. Мне в Перте надо дальше продолжать ангар и аэропорт строить. Так, первая железная дорога проведена. Вот кто плывет. Думал, мы тебя не заметим. Стой, кто плывет. Предъявите паспорт. Здесь всякой рыбе плыть запрещено. Ну, да, сначала найдем источники, потом попробуем сорвать ракетостроение. Но... космопортом только я и Виктория, в принципе. Так что, наверное... Ну вот, кстати, можем посмотреть. Только что просьба о помощи закончилась. Ведь и тут 323, и тут 323. То есть просто тупо и туда идет. Так, в Всемирной выставке я побеждаю. Нет, начались эти рок-группы тупые. Если кто это запускает. Ну нету шанса на победу культуры. Нету. Лазеры добыты. А это неплохо. Территории Канады размещать. А вон я вижу.
Америка всем гуманитарочку отправляет, всем помогает. А кое-кто с ней воюет. Ну, нормально ли это? Нормально ли это цивилизация? Вот в чем вопрос. Зрелые и великие. Нет, конечно. Он предупредил Джона Кертина. Петр Великий. Да, ну Петр, конечно, отстает. Так, нафига я на автомат поставил? Блин, а куда он скаканул-то? Да, блин. Нет, тут надо вкладываться. Куплю лабу. Пятьсот двадцать три науки, 523 индуса тоже. Слушайте, ровненько. Вы видите ацтекский танк? Ничего себе. I'm a big laser believer. Ну, против самолетов он не стоит. Блин, Сент-Джон. Что-то у Канады уже два города отвалилось просто. Фестиваль оказания помощи. Ну, всемирную выставку мы точно побеждаем. И это одно очко дипломатической победы будет. Военную агрессию мы тоже отбиваем. Ладно, давайте ледяную мельницу сделаю, а потом оказание помощи.
Неужели конь вернется? Возвращение блудного коня. А ну, Бадулай, купай его. А теперь волоките меня за лошадью. Конечно, хочется и геотермалку открыть с одной стороны, ну, чтобы вот эти электростанции поставить, но мне важнее увидеть, где там одно очко за дипломатию. Победа. 100 очков великих людей ко всем. Зашибись. Так, торговца. Хочу ли я этого торговца? Ну, следующий вообще очень не скоро. Ваши торговые пути будут 2 золота за каждый... Не, это прикольно, кстати. Следующий, кстати, похуже. Так, флотоводец. Накапливается на 25% меньше усталости от войны. Это нормально. Вот, ну, плюс 6 лояльности, нафига мне. Ну и музыканта тоже берем. Так, апаю в реактивные истребители. Красота. Так, и тут аэродром нам нужен еще. Аэропорт, точнее. Мапорт есть. Слушайте, а нафига я в охрану природы первым делом иду? Ну, конечно, в глобализацию надо было идти. Кстати, может атомную поставить? А давайте атомную поставлю. Может взорвется. Интересно будет. Так, что вообще по очкам реально? 16-20. Так, и следующим ходом, что ли, голоса? Да. Надеюсь, там будет опять на плюс 2 очка к себе. Но я просто все туда волью. Что мне уже больше дипломатическое влияние не понадобится. Пускай в минус уходит. Ого, подняли восстание у меня. Так, указанные боевые мощи. Понять, давайте. Тяжелая кавалерия. Так, 100% к отправке торговцев промышленный. 2 очка дипломатической победы. Все вливаем. Ну, все. Ну, мне кажется, сейчас у меня отберут очки дипломатической победы. У меня такое ощущение. Да, теряет 2 очка дипломатической победы. Ну, блин. Ну, короче, все просто. На самом деле, у меня 14 очков, да? А, 15 даже, зашибись. То есть мне вот эти 4 дают и одно очко любое вот либо в науке, либо в этой. Так что я думаю, что 19, через 19 ходов победа. Хотя тут народ, путники. Ладно, может быть я поспешил. Ну, тут у нас 30 ходов следующая сессия, а очки наберу через 19, так что у меня должны быть. Нормально.
Ладно, проект Манхэттен будет в Вашингтоне. Так, подождите, а что это у меня за... Не, нафиг мне это надо. Вот это что такое? Где, а где эти партизаны, которые ему удалось завербовать? А что-то... Так эти канадец концерт играет. А где партизаны-то? Ему удалось завербовать партизан, окей. А где они? Невидимые партизаны? Партизаны-ниндзя? Все, открыли полностью континенты. Давайте посмотрим на карту. Так, ну Рен это Рим у Франции захватил. Путиолы, кстати, Вавилон у Рима. Кишмиш тут. Ну, про очень хреновое место старта у немца. Несомненно. У Кореи. Блин, очень близко Корея и Индия оказались, видите? Просто столицей. Ну, соответственно, я не знаю, откуда у Индии тогда столько науки. Он так довольно плотненько. Китай очень хорошо расселился. И Англия очень хорошо расселила. Ну и Саладин, в общем-то. И лунную я уже не буду запускать. Хотя там культуру могли дать. О, во время контрразведки. А что мне в итоге за военную агрессию дадут? При нападении на город и 200 единиц мирового влияния. Нафиг мне это мировое влияние. Не смог я перекупить. Серьезно, апостол протестантский. О, нифига себе, где Англия город поставила. А это не слишком круто? Плюс 70 науки вход. Не знаю, стоит ли мне, опять же, оказывать помощь, потому что и исследовательские гранты, и фестиваль театральной площади тоже меня приближают к победе. Мне кажется, оказывать помощь надо в тех городах, где нету кампусов и... Этот конь вернулся в столицу. Его наградить, конечно, там надо. Я думаю, что пока вот эта военная агрессия висит, никто со мной не будет мир заключать. Только, ну, собственно, она закончится безрезультатно, я... Все вот эти ребята со мной захотят мир заключить. If you do not change direct... Так, давайте, наверное, вот здесь ракетную шахту сделаем.
археолога, потом киностудию. Ух ты. Нифига себе, вы видели, как он... Ничего себе он ударил. А чё так больно? Да, блин, это диггеры, реально, армия диггеров просто может за один ход захватить город. Плюс 2 за атаки город и плюс 200 единиц мирового влияния. Кайф. Пожалуй, хочу стены починить. Нет, нельзя. Это очень больно как-то. Так, это я, по идее, должен был ускорить. Да. Глобализация ускорена. Вот, Англия уже предлагает мир. Да, посмотрим, Германия предлагает мир. Зашибись, еще и маску мне отдает. А чё лес-то? А чё воевал? Обширные земли остались. Тут самый большой на карте. У меня что-то ещё претензии. Ну, да, приму мир. С Австралией смысл. Я не хочу, как бы, получать огромную... Будь здорово. Огромный минус. В отношениях со всеми только потому, что я уничтожил цивилизацию. Прошу прощения. Ничего не хочу менять. Просто стоим. Еще кого-то шпиона поймали? Так, ну теперь вам всем, ребята, будет тяжеловато что-либо у меня украсть. Ну вот опять я вырвался по науке. 500, как было у индусов, такое ощущение, что все, больше, мне больше не надо, мне нормально.
Не, ну тут плюс 3, но я не хочу туда. Ладно, в снегах поставим театральную площадь. Гаси мега извержение прям. Но спасло, все спасло. Конечно, жители, наверное, уменьшились, но все-таки благодаря... Наконец-то оно сработало. Одна клетка повреждена, правда? Какая? Я не вижу поврежденных клеток. Вот, наверное, да? Фига себе, оленей. Так, ладно, купим здесь рабочего. Население 4 потеряно, да. Да, пускай ко мне оказывают все помощь. Вообще не откажусь от помощи. И атомная электростанция пошла вырабатывать энергию. Озарение для всех технологий информационной эры. Ну, вообще уже нафиг надо, честно говоря. Еще одно катастрофическое извержение. Но это, конечно, вот это уже хреново. Кампус. Ну, в принципе, этот так уже был поломан. Это сломалось все. Не, ну кампус этот надо починить, иначе я проекты не могу проводить. Так, ну что? Нифига. Ядерный синтез больше открывает. Давайте ядерный синтез тогда. Чё-то не хочу я пригород чинить, чтобы мне опять там... Ну, правда, я не знаю, где они тут партизан. Я что-то так и не увидел никаких партизан, честно говоря. Ой, у меня союзы. А, это не с этими. Это мне главное, чтобы с Саладином. Хотя, может, сейчас ядерку в них зафигачу, в кого-нибудь из них. Че бы не заканчивать союзы. Прошло мое предложение мне помочь. Думаю, мои друзья мне помогут. Сейчас будут кидать денежки. Да, кто-то против был, ты посмотри. Франция, Троян, Саладин. Мы же с тобой друзья. Вот фашист, а?
Союзник-то союзник, а вот помогать против тотально. Не, ну тут Канада не победит, поэтому я как-то спокойно. Вообще кто-нибудь нанотехнологии хотя бы открыл из тех, кто запускает? Саладин. Но только Саладин. Морские сокровища понаходим. Блин, но если я за 23 хода не найду теху, которая дает мне вот это одно очко, либо социальный политик, то у меня проблемы будут, блин. Вот еще, кстати, поломали охотникам хатки их. Ай, ладно, не буду я бомбить. Еще одного поймали. Ну все, с Вашингтоном, я думаю, меня уже не выкинут Губера никогда. Так, а что я атомку не строю в Вашингтоне? У меня самые вообще производственные города, надо глянуть. Я бы, прежде чем стать самым крутым дипломатом, да блин, все-таки за этими, за нанотехнологии оказалось. А не, слушайте, тут еще и за кибернетикой может быть. Да елки-палки. Давайте, надо как-то этого парня заполучить. Ой. Не, ну тут производство надо. Смысл что-либо другое. Просто читаем проекты. Не, 9 ходов это долго.
Так, пингалы, гранты. Вот это фигня, конечно, для этого шпиона. Вообще, с другой стороны, наверное, лунная экспедиция же дает разовый бонус к культуре, равный 10-кратному. Блин, может мне лунную экспедицию лучше тогда? Фиг знает, не могу найти тех, то есть мне не хватает 5, правильно? Это Вавилон на меня взъелся. Да, 5 очков. По 2 очка я получаю с просьбой о помощи. 2 очка. 2 очка. Слушайте, а если я захвачу... Интересно, если я захвачу, где храм Махабодхи и... Или этот... Дворец Патала, мне дадут очки? Не, храм Махабодхи далеко. Я думаю, и Дворец Патала далеко. Да. Эх. Просто тут явно у меня отберут голоса, понимаете? I shall return again to the light of the sun. Так. Не, ну тут нет смысла откладывать, надо быстрее закрывать композиты, нанотехнологии, чтобы увидеть... Вот тут ускорение. Вот где-то в одной из этих трех дипломатическое очко. Так, геотермалочки. Блин, 111 науки, 5%. Может было, надо это поставить? Только вот вопрос, вместо чего мне это поставить? Видите, у меня вот это вот все забито, потому что наука, вот это тоже дает много. Наверное, все-таки вместо колониальных налогов. Красота. Так, что-то мне тут шпион должен смотаться. Поймали.
Так, просьба о помощи, я в лидерах. Я думаю, что мне не надо туда вкладываться. Блин, что у меня открывается линза религиозная? Так, два хода нанотехнологии. Ну и здесь. Я сейчас должен много культуры получить. 7 ходов. Их больше нет. Так, что по улетанию? Эти второй проект начали строить. Ну, собственно, я тоже строю. А по потехам... Стек меня осуждает. Слушайте, а араб-то уже здесь где-то. Араб реально может улететь. Фак. Он, правда, не открыл еще умные материалы, но он уже там. Ну что, вижу я наконец, нет? Да блин, что такое? Ну вот и поди угадай, куда мне идти, в силовые ячейки или в кибернетику? Твою... Я думаю, силовые ячейки. Попробуем. В Риме демократия. Слушай, мне надоело, почему у меня показывают постоянно линзу религии. Я пока в исследовательский грант, потому что я культуру, по идее, с лунной экспедиции должен получить дофига. Не, ну оказание помощи тут меня никто не догонит. Так, а давайте проверим еще торговлю. Ну, счастье, чтобы максимизировать и, соответственно, выхлоп. Да, блин. Японец. Ладно, просто приму. Мне уже деньги там не особо нужны. Так, ну я думаю, что всего этого мне хватает дальше. Пока прям в исследовательские гранты, потому что я хочу найти эту... Теху. Нет, три хода, ну на самом деле не три хода, а 14 ходов у меня осталось. Или у меня просто отберут голоса. Так, разблокировали силовые ячейки, ну, есть, слава богу, три. Через улучшенный ИИ, то есть 6 ходов, да?
Ну, в принципе, зашибись. Very simple was my. Опять кого-то убил. Так, ну помощь я должен тут побеждать. Тоже важно, все-таки, извините, 4 голоса. Управление будущим, я не буду ничего менять. И вот, борьба с глобальным потеплением. И, кстати, мы его тоже должны открыть как раз вовремя. Так, ну я думаю, что мне уже нафиг надо тут. Давайте везде ядерки строить. Я, правда, наверное, не успею бросить. Не знаю, зачем эту космическую гонку прокачал, но фиг с ним. Сейчас ускорится еще эта культурная штука. Так, просьба о помощи. Ну там вообще что-то Англия. Блин, что-то Англия вкладывает. Запущена лунная экспедиция. Открыли борьбу с глобальным потеплением, получили одно очко. А, так слушайте, я следующим ходом должен победить. Я раньше, получается. Серьезно? Ну-ка. Да? Да. Ну, я прям Shift-Enter даже нажму. Прям даже интересно. Ну, что, давайте подводить итог. Ну, я хочу сказать, что все-таки, видимо, этот AI++ как-то работает. В конце опять затормозили, но я опять же ускорился, потому что я захватил Австралию. Мне кажется, проблема компьютера в том, что в первую очередь в том, что он полностью не захватывает какую-нибудь цивилизацию. Вот Китай бы захватил полностью Англию, а судя по всему, он мог это сделать. И он бы, возможно, был бы тут лидером. А почему вот они так останавливаются и дальше? Ну, в этот раз прям плотненько все-таки шло. Но опять же, действия, военные действия, победа, дипломатия. Дипломатия позволила победить, потому что в первую очередь из-за кризисов в помощь, то есть это я за счет этого больше всего очков получал, ну и, конечно, статую свободы я урвал. За помощь 2 очка дается дипломатических, несмотря на то, что у меня 2 очка отобрали одномоментно. Просто имейте в виду, что компьютер вас стопудово отберет, если вы будете вырываться, вы даже не сможете это перебить никак. Все равно я смог за счет вот этих кризисов набрать необходимое количество голосов. Не знаю, даже была ли у меня дипломатическая победа на канале. По-моему, была как-то. Тоже там меньше народу было. Не столько. В этот раз давайте посмотрим. Вера игрока по науке как. Ну вот опять же я тут улетел. Хотя мне вот это вот не мешало. Так. Объявлено войн, основано. Мне интересно, уничтожено юнитов. Ага, вот тут Чандрагу. Нет, не Чандра. Фридрих? Нет. А кто воевал-то? Екатерина Медичи так много воевала. Это тут я в конце вырвался, когда Австралию убивал. Хорошо, а потеряно юнитов.
У Трояна. Троян вообще, конечно, бездарно воевал. Шарль де Голь по дипломатии. Ну, в общем, вот так. За Америку дипломатическая победа. Очень приятно играть именно за счет вот этих начальных бонусов от клеток с престижем, когда тебе их вообще не надо обрабатывать, они тебе прилично выхлоп дают. Очень нормально. А потом, когда ты развился, уже можешь спокойно воевать. Ну, ваши впечатления, как всегда, в комментариях. Спасибо, что вы все это полностью посмотрели. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.